Друзья, умер дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов 15 июня. Я выражаю родным и близким соболезнования. На 94-м году жизни умер. Я очень соболезную, потому что Шаталов мне в свое время рассказывал, как он был на Филиппинах, и там филиппинские лекари делали ему как бы такую хилерскую операцию. Раньше было такое представление у людей, об этом много писали, хилеры такие. Они как бы без ножа оперировали. И вот Шаталов мне рассказывал, что все это ерунда, потому что он определил, что они делают очень удачно массаж, легко вылущивают прямо вот так, ячмень какой-то или еще что-то. А вот я, говорит, им сказал, вот моя рука, вот здесь у меня проблема, видите, да, сделайте, чтобы я видел. И они отказались. Да. Ну вот так вот. Так что в памяти сердца моем этот человек. Он был в свое время и центром начальником центра подготовки космонавтов после Берегового. Да, еще раз мои соболезнования.